Медики Кубани отметили свой профессиональный праздник. В Краснодарском крае работает около 70 тысяч медицинских работников, высококлассных специалистов. В их работе нужны отзывчивость, любовь к своему делу, знания, опыт и милосердие. Все это есть у славянских и кубанских представителей этой благородной и нужной профессии. Врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки, работники скорой помощи Славянского района каждый день выполняют свой долг, спасают человеческие жизни, зачастую рискуя своей собственной. Они принимают решения, диагностируют, лечат, проводят сложнейшие операции, а также научные исследования. Они стараются сохранить здоровье и продлить жизнь своих пациентов, сделать ее более полноценной и насыщенной. Лучшие работники медицины были приглашены на торжественный прием к главе Славянского района в честь их профессионального праздника. Виновников торжества от всего сердца поздравил Роман Синеговский. Приходится вот трудиться каждый день на передовой с больными, заниматься профилактикой, это работа с людьми. И сегодня, еще раз вот повторюсь, на передовой вам приходится делать работу, сложную работу, еще рискуя собственным здоровьем. Большое вам спасибо за это. Мы действительно гордимся вами, земляки. Он пожелал им крепкого здоровья и всяческих успехов. Самые теплые слова в адрес приглашенных и их коллег сказал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Я хочу в этот день поздравить всех врачей, всех медсестер, всех фельдшеров, всех акушеров, всех нянечек, всех, кто связал свою судьбу с этой благородной и очень нужной профессией – быть медиком. Действительно, вот Роман Иванович сказал, эти 19-20 год он действительно вскрыл вашу нужность. Мы увидели совсем, наверное, многие уже по-другому ваш самоотверженный труд на благо наших людей. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия. Будьте окутаны всегда любовью своих родных и близких. Затем было рассказано о каждом из приглашенных на прием. Ответственность, преданность своему делу, трудолюбие, доброта и душевность – все эти качества есть у них. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление здоровья жителей муниципалитета и в честь профессионального праздника медицинским работникам глава Славянского района вручил благодарственные письма и памятные подарки. Конечно, для награжденных было очень приятно, что их труд оценили по достоинству. Очень приятно, что нас поздравили, пригласили сюда, высказали нам очень красивые слова по поводу нашей профессии. Дали нам памятные подарки. В этой профессии я работаю 6 лет. Мне нравится приносить помощь людям, заботиться о них, где-то помочь добрым словом. Коллектив у нас очень дружный, понимающий, всегда придет навстречу, на помощь друг другу. Самое приятное, то, что вот мы с детьми, и когда, получается, ты ребенка смотришь с самого, получается, новорожденного, и потом уже получается, что вот уже у меня стаж, получается, 14 лет, и вот ты ребенка ведешь от нуля, получается, до 14 лет, да, вот как у меня, получается, опыт, стаж, работа. Это очень приятно смотреть, как дети вырастают, какие они становятся большие, какие молодцы, какие достигают успеха в спорте, в учебе. Это очень приятно. Время показало, насколько труд медиков востребован и незаменим. В период пандемии они приняли на себя большую нагрузку и действуют с полной самоотдачей. Работа в здравоохранении требует не только глубоких знаний, но и настоящего милосердия и самоотверженности. И люди, работающие в этой отрасли, достойны благодарности и восхищения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».